А какой топовый советский самолет ты считаешь лучшим в игре и почему? Ну, конечно, МиГ-27К, потому что у него такая система, такой системы. В общем, Кайра, система управления огнем Кайра, ну, охренительное приближение, полное управление всеми видами вооружения лазерного типа. То есть за счет зума ты просто на дистанции там 15-18 километров видишь все прям хорошо, а с 10 уже начинаешь стрелять. Некоторые, конечно, типа ракет можно выстрелить даже с 13 километров. Если не ошибаюсь, это Х-29Т. Вот поэтому буллпапы, конечно, могут амеры скинуть с дистанции 23 километра, но я что-то не видел ни одного американского самолета, который бы настолько сильно имбовал в небе, чем вот как вот МиГ-27К. Вот так. А какие игры, кроме Тундры, играешь? Ну, мало вообще игр играю. Вообще, люблю очень атмосферные игры. Я очень люблю играть, точнее, могу уже сказать, очень любил играть в Far Cry. Четвертая, пятая часть особенно. Особенно. Не, ну сейчас не надо останавливаться. Сейчас. Особенно четвертая, пятая часть. Очень люблю игру Dishonored и первую, и вторую часть. Вот это сверхатмосферная игра. Когда-то такие ощущения, когда-то давно такие ощущения у меня были при игре в самый-самый-самый первый Painkiller. Не знаю, играли ли вы или нет, но для тех времен это был просто, это была просто шедевральная игра. Он сейчас думает, я... Он меня... Блин. Ох, как я люблю задний ход Турмса. ПТшка тут стоит. Наяривает просто. Ой, вот это имба машина, конечно. Но без теплака. Это надо учесть, что он сейчас может нас и не заметить. Давай. Вылазь оттуда, блин. Все, дружище, ну считай тут вот. Нет, ну смотрите, все минусы 72-ки, ну прям на лицо. Ну, сейчас прям на лицо все минусы 72-ки. Я не знал, как догнать цель, открытованную мной. Ну реально не знал. Потому что на месте ни хрена не разворачивается, назад хода нет. Приходится, точнее, все время играть с дымами. Ну все, два залпа дымов сделал, и дымов уже не осталось. Скорость наведения пушки отвратительная, конечно. Плюс вот еще и этот момент. Меня тут оставили одного, я не хочу сейчас сильно рисковать. Ну вот посмотрите просто. Во! Вот посмотрите, как он наводится. Хотя все вы уже знаете. Ну вот такие вещи он. Такие выстрелы он, конечно, тащит. Вот такие выстрелы он тащит. И просто в ответочку все, уже прилетает ваншот. Потому что, ну, пробитие у его снарядов, ну, хорошее. Для его ранга это очень хорошее пробитие. Очень. Вот тут есть цель. И снова три фрага.
как бы лицом в грязь и не ударили. Три фрага для Турмса — это довольно-таки неплохо. Во, провоцируем противников и хреначим их. Вот дебил, а. Да чинись ты. Я тебя крупнокалиберного поджарю. Грохнись. Да грохнись ты, блин. Улетело. Тут еще один клиент. 5 фрагов на турсике. И все, ну. А смотрите, сколько времени я просто в одиночку играю и сколько дуэлей уже. Ну, я не в силах просто все выигрывать. Потому что, ну, реально он неповоротлив. Честно, не в силах просто. А как МиГ-27К справляется с самолетами? Да никак. Потому что подвесы, которые берешь ты, например, 4Х-25, у тебя ничего нету против другой летки, кроме как курсового вооружения. Ничего не остается у тебя. В отличии от тех же... Что там может быть? Оцелот, лават. Лават может там быть? По-моему, нет, да, не может. Оцелот может там быть. Скорее всего, это и есть оцелот. Не, а. Внимание на карту. А где там вертолет? Не понял. Ту зенитку сняли, эту зенитку сняли. Тупо. Чего у нас Б берут? Тупо профукал одну ракету. Ну реально, тупо профукал просто. Да, ну, в этом бою у меня штурмовка что-то не получается. Вертолет. Давайте по воздушке хотя бы отработаем. Сверхнеповоротливый самолет. Ну вот, настолько он неповоротлив. Видели, что он сделал сейчас? Ёбаная фигня, блин. Просто отвратительно маневрирует данный самолет. Снизил скорость, отманеврировался, попытался высунуться сзади и нифига просто. И нифига. Внимание на карту. А что там, внимание на карту? Там моя команда снова проигрывает. 7 набили и все. 7 набил и все. 5 с Турмса. Что там стреляет-то? Вообще не вижу, реально не вижу его, и все. В упор не вижу, все. Ну тут, смотрите, такой режим, что, в принципе, а у гепарда есть, например, скрытая лента. Потому что я траектории пуль не видел вообще никак. Никак не видел. Пока семеро.
Окопались, ребята. Вот какая поза, а? Ушилки. Куда он смотрит, нахрена вообще? Туда смотрит. Непонятно. А может они уже тут? Кто их знает? Может они уже вообще тут все сидят? А я вот наивный. Вот как в прошлом бою. Я вот наивный человек, еду вперед. Да, они, по-моему, тут. Ну, по крайней мере, я одного слышу. Где тут пума? Где-то тут, вон там, я же маркернул его. Внимание на обозначенный сектор. Ну это да, блин. Я офигеваю, когда пока маркируют уже разведанные цели. Они, блин, и так светятся на карте. Но эти ребят не устают маркернуть очевидные цели просто. Очевиднейшие. А, сняли? Сняли. Внимание на карту. Что, еще есть там? Реально там еще есть? Сколько? 10. Пока у меня птуры перезаряжаются, а все, меня видят, меня спалили, надо менять позицию. Это труп, это труп. А вот только что для себя открыл, что и у БМП 2М, как бы мне не было еще надобности на нем назад сдавать, то и у БМП 2М нету заднего хода. Нормально? Не думаю. А, вон он. Блин, ну наконец. Отвратительная просто постановка позиции для птуров, конечно. А ты знаешь, как это чуть что сразу стреляешь себе под ноги. Я не знаю, кто тут. Кто тут ко мне едет, но он точно едет ко мне. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. У нас еще дофига просто техники. Дофига. Сейчас надо как бы спокойно. Гнуть свою линию и заставить как бы противника ошибаться как можно чаще. Ну что, он там точку берет уже, да? Может быть, М48 супер, да, вон там. Давайте сейчас рванем. Рванем к нему. Для профилактики кинем сюда. Все, дружище, ты считай труп уже.
Опа. Ну все. Это уже было как-то нелогично. У меня остался один птур, 13 фрагов снова. Предыдущий бой 13 фрагов. Я правильно помню, это да, завод 13 фрагов. Даже без супер штурмовки на Яке. Всего 2 фрага на Яке набил в этом бою. Все, главное, мы видим его на карте. Главное, мы его там видим. Я не знаю, просто он нас видит или нет. Это уже совсем другой вопрос. Лёпик 2К там стоит. 2000 очков у меня все время в этом бою. Что, в принципе, не позволяет нам. Крит только. Крит там, лоб. В лоб просто птур и крит. Ребят, придется еще раз взять Яка. Придется. У меня тут вертолета нету, к сожалению. И посмотрите, сколько у меня очков, что я уже 2 раза могу взять самолет. Плюс еще как минимум 2 раза могу взять танк. 13 фрагов, жаль. Ну, сейчас, короче, такая ситуация, что, вот, в принципе, кто заедет на точку Б, тот словит от меня. Мы такое... Остались вдвоем, ребят, смотрите. Интересный бой получается. Реально интересный бой получается. Играем вдвоем. Я пытаюсь зависнуть в воздухе и ждать продвижения врага на точку Б. 7 минут осталось. Мы по очкам проигрываем. Мы по очкам проигрываем. Я там кританул тамчика. Вон, один уже заезжает. Пытается зайти на точку. Поможем этому. Вот, поможем, 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 поможем. Не шевелись. Неа, хрена 2, блин. Брэдли откуда-то попал. Ну, блин, ну отвратительный просто выход из пикирования. У него, ну не знаю, это наиотвратнейшее... БМП или БМД? БМП или БМД? БМП все же. Все же БМП. Сколько? 14 фрагов. Ну тут уже как бы, понятное дело, я буду подыхать очень много раз. Я хотя бы своего сокомандника спас, а не того, кто заехал на точку. Его можно было брать еще легче. Но я предпочел спасти своего сокомандика, иначе я бы остался в одиночестве. У него 4 смерти и... И 5 фрагов всего. Вот как? Через все эти кусты, через все эти... Ой. Ну, понятно, тут уже сколько... Тут уже резайся, не резайся, проиграл. Обидно просто. Каждый раз
набиваешь хреново тучу фрагов. В итоге проигрываешь вот так вот. А я сейчас, смотрите, я сейчас красные зоны вылечу на них. Они, по-моему, сейчас меня... Ну все. Я сделал все, что мог. Большая часть точек теперь под вражеским контролем. Я сделал все, что мог. Бывает и так. Мог бы сделать много на Яке, но и с такой дистанции, по-моему, с километра высоты просто начал выходить из пикирования и все равно не вышел. 14 фрагов. Меня тупо уничтожали. Тупо уничтожали весь бой. Потому что 0-0-0-0-0-0-0-1. Фраг на 2 смерти. 1 фраг на 4 смерти. 1, 2, 1, 3, 5 и, 14. За всех отдуваться, извините, не могу.